Thank you.
Thank you.
Что вы сделали с этой штукой, Митчелл? Это как реклама тетушки Вафли. Ну, я же не обходил блокировку. Просто отрегулировал речевой модуль оператора. Они такие мрачные. Вы знаете, сколько протоколов безопасности вы нарушили? Ну, Морган говорит, что все нормально. Даже помогает. Я операторская врата, мисс Шоу. Боже, по-моему, вам просто необходим пудинг из бананов рассвет. Сковорода — это личный разговор. Простите, шеф, я уже наметаюсь. Yeah.
Вы еще здесь, Эмью? Вы еще живы? Что, если Эмью вернется? Впустить Эмью? Но... Уже вернулись? Нашли? Идите к окну. Покажите. Thank you.
Вы что-то нашли? Придется вас впустить, обещал. Обойдите. Боковой вход. Погодите. Минуточку. Здесь безопасно. Звери не могут войти. Но посмотрите. У нас есть еда, но нет воды. Этот регулятор давления сломан. Автоматика не включится, пока не починим. Запасную деталь можно найти в теплице, вроде. С водой мы дождемся спасателей. Без воды? Помогите! И я пущу вас в морозилку. Здесь я прятал кукол, которых прислал зверь. Может, у них есть нужные вам вещи? А? Нет яиц за вашими глазами, нет черной воды. Другие приходят, притворяются людьми, чтобы я открыл дверь. Это имя я уже слышал. Но где? Морган Ю, сестра Алекса Ю. Одна из директоров станции и лучших топ-менеджеров, которых вы когда-либо встречали. Не появлялась, вот уже нет. Умолкни. Здесь безопасно. Похоже, кое-кто нуждается в калориях. Когда куклы не могут войти, то взрываются, как бомбы. Идет яйца в их головах и взрывает. Он, наверное, жуткий гений. Yeah.
Тупая американская железка. Оператор Сковорода к вашим услугам. Закройте! Нам не стоит искушать судьбу. Запрос нового оператора. Медоператор Тамстар, класса пирамида 490, готов. Не заденьте проем. Диагностирую. Похоже, у вас выдался тяжелый день. Спокойно. Это займет пару... Дорогие будущие мы, сегодня будущие мы не будем себя так называть. Сегодня мне удалось убедить мою прекрасную, но упрямую подругу. Упрямую? Остаться в постели и не работать сверхурочно. И вот что я за это получила.
Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык.
Даниэла, сегодня я встретилась с великим Алексом Ю. Он снизошел до извинения, но никакого решения не принял. Он и Морган обожают извиняться. Извините, традиция семьи Ю. Так же неискренне, как извинения Даниэла Шоу? Нет. Даниэла, я не говорю, что с ними легко работать, но... Ты сравнила меня с ним? С этим высокомерным говнюком? Даниэла, это пора прекратить. Ты права. Убирайся. Все кончено. Даниэла... Я сказала, убирайся. Теперь можно синтезировать голос Даниэлы. Этого хватит, чтобы обмануть замок. Кроме того, я постаралась проанализировать сигнатуры психических полей. У людей сигнал едва различим, а тифоны дают сравнительно мощный всплеск. Но данные коралла странные. Я не понимаю, что они означают. Чем скорее мы добудем ключ-активатор, тем лучше. Да, должна упомянуть. У людей, как я уже сказала, сигнал едва различим. Но ваше поле сильное, как у тифонов.